Так, итак, ребят, мы продолжаем. С вами опять я, опять темное время, опять время ночных страшных историй. Игра называется Cursed Forest, что означает проклятый лес. Суть в том, что мы оказались в каком-то лесу по дороге к матери, мы решили срезать, и вот мы оказались куда-то за Инцимиром. Я так понимаю, нам нужно пройти сквозь лес, но я не совсем понимаю, как именно. Пока что мы бегаем, собираем какие-то кости. И в прошлой серии нас убил, я не знаю, давайте я назову его дерьмо-демон, потому что он буквально вот видите, вот я сейчас прям показываю, вот прям чуть выше костра, правее, вот, прям по центру экрана, деревенский, как туалет. И оттуда я туда зашел, и на нас просто из унитаза вылез этот демон. Он довел меня до истерики, до криков, я даже не понял, что там за крики были, какие-то возгласы и так далее, у меня был истерический смех. Эту же серию я продолжаю, кстати, да, кому интересно, посмотрите первую серию. Эту серию я просто продолжаю, это я походил минут 5-10, просто проржался, у меня была истерика. Я не ожидал такого поворота, что на меня из толчка нападет непонятно что. 5-10 минут прошло, я записываю вторую серию, поэтому я думаю, вы понимаете, что я также напряжен, что у меня также полная истерика. И что я больше не хочу заходить в этот туалет. Давайте посмотрим, мы в этот... А, вот. Давайте опять вернемся в дом. Может, как бы то ни было, тут дом был нормально, ничего не произошло, и мы должны все это прочитать. Да, в общем, кто не смотрел первую серию, я советую, но все-таки я перейду, как это было. Боже, что мы наделали? Мы кого-то призвали. Мы не то, что мы там... Не то, что мы рассчитывали. Моя любимая жена исчезла. Мария, я люблю тебя, прости меня за все. То есть, приблизительно суть такая. Сейчас пойдем сюда. Да, вот это вот, кстати, вот ерунда, я почему ее не боюсь, потому что она нас... Я ее уже видел, и она нас напала. Тут мы сейчас услышите дыхание. Так, вы бойтесь, а я уже все. Я уже прохаванный. Это дизель-генератор, не боимся. Да, не более он заглух, что его боятся, топливо кончилось. Так вот, вот видите, вот этот туалет, вот запомните, страх на всю жизнь, деревенский туалет, не ходить, я в него так боялся ходить, теперь я в него вдвойне боюсь ходить. Ай, давайте пойдем на свет, просто на свет, вот, дальше я не знаю, что будет, вот там у меня реально, у меня, я что-то закричал, что я не помню, я позже на видео посмотрю просто, я даже смотреть не стал, я просто пошел, я стал на паузу. Проистерил и продолжил. Да, поэтому готовьтесь, наверное, истерика нас еще будет ожидать. С Кримером. А нам туда-сюда. Ну ладно. Пойдемте, раз там сюда надо. С Кримером я немножко еще не привык. Кстати, да, это мое 9-е видео. Стоп. Чё? Куда? Бля! Стой! Вылези! Иди отсюда! Иди отсюда, дерьмо-демон! Что это значит? Рано, экзот, клуб БК. Бежим. А как бежать? Бежим. Дерево. Нафиг дерево. Бежим. Ребят, он нас хватил за жопу. Ну, буквально. У меня просто... Я плакать хочу. Я хочу заплакать. У меня просто был включен экран, и в смысле вот так же, как вы видите, сверху, я видел точно так же, пока я его не выключил, я не понял, что делать. Сейчас мы узнаем. Так, мы застряли. Ну давай, я знаю, что делать. Да подожди, дай повернуться. Дай отвернуться от тебя. Ребят, я не могу пока отвернуться. Все, бежим. А мы крутые, мы бежим. Я не знаю, может... А, подождите, а мы слишком быстрее вроде бежим, да? Так. Давай так, иди нафиг, Спилберг. У нас... Нет, судя по музыке, он нас еще загоняет, преследует. Ай, что? Нет, нормально все. Фигня. Tomb Raider такая же руна была. Мы бежим, мы молодцы. Дерьмо-демон нас преследует. Так, стоп. Все.
Фух. Теперь мне реально нужен. Теперь мне нужен деревенский туалет. Можно простой, можно не дать деревенский. Так, ладно, мы молодцы, мы справились, но первый раз у меня опять началась истерика, у меня вот в этот раз, да, у меня были, конечно, маты, в этот раз я запомнил. Фу, что-то я даже голова загружилась немножко. Так, одно радует, у меня компьютер находится в такой комнате, где Дота сидит, в принципе, не докричаться. Даже когда включаю звук на очень хорошую громкость, сабвуфер и так далее, в принципе, в соседних комнатах уже не сильно слышно. Соседи, ну, вообще не слышно. Так что мои возгласы может только, наверное, жена поделить. Она вроде как пока не спит, будет спать, то там еще довольно далеко, она через комнату. Так что вряд ли услышит, но... Ладно. Я отвлекся, потому что мне страшно. Мне просто страшно. Поэтому я отвлекся, я не хочу идти никуда. Нет, я не хочу идти в лес. Всего 6 минут прошло, ё-моё! Мы всего 6 минут записи провели, а мне, значит, мне еще 24 минуты тут пугаться, орать, истерить, но... Ладно, давайте вот тут вроде как скажу, дорожка, но хотя бы будет подобие. Еще подобие дорожки, что-то, да. Чё? Стой! Блядь! Беги! Беги! Ладно. А это типа у нас еще опять необходимо нет? Или... И это просто схеремя такой. Ладно. Фу. Фу. Ну ладно, дороги другой нет. Так, сюда. Другой дороги нет, мы куда-то идем. А куда идем, мы не знаем, там какой-то мост виднеется. Что опять? Опять камень? Нет, в этот раз я уже кричать не буду и... Я, ребят, еще не решил. Возможно, я буду маты все-таки запикивать. Не потому что там будет еще что-то. Достаточно, кстати, 18 будет. Просто я не сторонник матов, я не сторонник того, чтобы кто будет смотреть, он матерился, и тем более дети. Они будут смотреть. Поэтому я, наверное, все-таки буду запикивать. Ну, посмотрим, не обещаю. Нужно потеряться все судьи. Поэтому так, оставим, как там оцензурировано, если это не мешает пути, то надо оцензурировать, если не мешает пути, то это, в принципе, оставим. Что-то такое было, я тут не... А, подожди, я что-то потерялся. Что там? А, там, прошло пути. Мне тут, знаете что, мне тут нравится тень. То есть, мало того, что она, в принципе, происходит, она, видите, как бы, в зависимости от направления света, она все-таки есть. Свет вот он. А вот этот вопрос, а, чё, вот не защищает, всё хорошо. Так. Кстати, вопрос, а если... А, я могу сказать, нет? Как? Где? Так, ребят, тут, по-моему, кость будет опять. Красный не просто так горит. Да. Видимо, это какое-то опять место. Только я не понял, что он делает, но, видимо, мы собираем кости. Что? Да, пикабу. То есть, понятно. Кости. Что? 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 Где? Где? Куда? Так, 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 подожди. Подожди, ничего не падай, я сейчас на свет выйду, там разберемся. Опа. Опа, ребята, я могу вернуться на свет. Видимо, нам туда больше нельзя. Всего 9 минут. Так, это что? Ай, пожалуйста. Так. О, у меня есть подозрение, что надо вниз. Тем более, что там тут печь-то сделано. Видимо, мы спускаемся. Так, ты что не творите, что? Что, видите, там попрыгать, за дела. Давайте. Я, кстати, да, я очень...
Так, ладно. Не важно, что люблю, нас завалило. Так, будем знать. А что упало? Тут, тут камень или что? Так, а, давайте выберем. Да, видимо. Что-то сейчас с другой стороны получится. С другой стороны получается. У нас опять что-то падает. Куда упало? Туда что ли упало или нет? Так, в общем, ребята, я не понял, что упало. Я думаю, это не столь важно, поэтому продолжаем. Фух. Много в жизни повидал. Че ты, а, блин? Сколько он тут, блин, не знаю, 2 метра, блин. Да я прыгаю выше. Поранился он тут. Ва-ва, бедный несчастный. Так, подождите. А мы... Стоп, ребят, подождите. А мы же... А, понял, мы же там... Так, все, да, это вот, помните, это вот тут сортир справа. У нас там дерьмо-демон этот убил. А тут у нас чуть подальше было 2 дорожки. Правая была... Правая была... Она не пройдет нас. В общем, правая нас не пускала, сказала, что... Твою мать. Твою за ногу, что опять звук где? Нет, показалось. Дайте я закончу фразу, подождите. Правая нам сказала, что у вас недостаточно вещей, чтобы туда пойти. И, соответственно, ну, нас отправили лесом гулять. Во всех смыслах. Последний я не ходил, я пошел сразу по левому, чтобы просто не запутаться, не потеряться. Прекрасно. О, еще одна кость. Так, ребята, идем на кость. Потом еще нашли один предмет, но больше чуть так будет. Красная. Почему красный? Я был типа поднимите. Хотя бы сначала ничего нет. Так. Хорошо. Ты голодный? Съешь яблочко. Знаете, давайте нафиг пошлю. С другой стороны, блин, если я не съем, мы что-то не узнаем. Я не съем, будет все хорошо. Ребят, давайте я попробую. Я не знаю, по сюжету это или нет, но тем не менее. Мы ж решили тут все исследовать. Между всей уже довели, блин, чё ж там. Давайте синим яблочко. Ладно. Дальше мы не пойдем. Ох ты, блин, это ж опять отсюда аж начинать. Ну ладно, мы теперь знаем. Мы теперь держимся правой стороны. Так, где тут что-то сломать? Упадет. Сейчас что-нибудь сломаем, я в этом уверен. Наверное, мы... Да. Немножко неправильно, ладно. Сейчас. Так, мы идем сюда. Лево, право, лево. Право. Да, 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 а? Все отлично. Мой опасный момент прошли. Так, давайте так. В крутом лесу мы есть ничего не будем, лучше хорошо. Я верю, что вам что-то будет интересно. Все, что посмотрите что-то где-то как на тогда там увидели. Но это ни к чему, так понимаю, не перейдет, и мы просто, видимо, просто помрем, да и все. Я даже не знаю. Потому что умерли как мы бездарно маленько, и, честно говоря, я не понял, почему там был звук ломающийся, не знаю, шеи, позвоночник, ну, в общем, ломающийся кости. Я не совсем понимаю, для чего он был нужен. Поэтому как-то это, ну, понимаю, травился, ну, нам же шею не сломали. Что-то мылить, блин. Так, нет.
Я даже открывать я не буду, кстати говоря, вот дорожку. А, кстати, да, это вот, вот мы как раз пришли на перекресток. Яблочко, иди туда. Давайте пойдем теперь посередине. То есть мы лево, посередине и вправо будем задвигаться. Я хоть и привык всегда быть в центре и типа центральной, но как-то давайте то, чтобы не заблудиться просто, потому что я там совершенно не ориентируюсь. Пока. Ну, уже, конечно, ориентируюсь. Но, тем не менее, карты нет, давайте блуждать мы не... Так, а... Понял. То есть нас направо не пустят. То есть как бы я не хотел, нас направо не пустят. Я говорю, не умею. А, да, взять. Хорошо. А, яблочко, давайте как-то это. Ну, в общем, на тебя внимания обращать не буду. Я и в жизни-то небольшой любитель яблок, если честно. Я понимаю, оно полезное, там железо, все дела, но я не люблю. Поэтому, кстати, это... Ох! Твою... Да подожди! Чего он упал? Где, что? Куда? Откуда звук-то был? Пернушка, все равно непонятно. Что там машина? Это даже интересно. Знаете, вот окна понять же были, но у него очень короткий багажник. Чё, подожди, что тут произошло? А. Занял дверь. Окей. Ну ладно. 15 минут брусил так. Может какая-нибудь таврия, может еще что-то опять. Мусор. А, может, слушай, давай какую-нибудь палочку возьмем, нет? Мужик, ты ходишь в непонятном лесу, тут какая-то херня творится, ты даже без оружия. Ну хоть палку возьми, ну блин, ну какая-нибудь ерунда появится, ну чисто рефлексорно тебе в челюсть дать. Даже пускай хрень с ним потом, ты если не тому дал, так лечение проплатишь. Я считаю, это мелочи по сравнению с тем, что тут может быть угроза для жизни. Тем более для здоровья. Тем более сколько раз я уже два или три раза по-моему убили. Дерьмо. Так, стоп, что, где? Дерьмо, демон. Камень и... яблочко. Домикратную шапочку. Ладно. О, блин, ну ладно, мне в игре FPS радует, у меня он, ну, 60. А, ну, кстати, да, видите, что объяснять. От 50 до 60, от 55. Я даже это говорить не буду. FPS, я честно говоря, я не знаю для чего оно вот выведено, я просто для себя вывел. А дальше я настолько разбираться не стал. Я считаю, что оно... Я считаю, что оно не мешает. Мне для информации как бы полезно. Это я, кстати, записываю через Bandicam. Надеюсь, что это видео будет в порядке. Кто-то шлепает. Чего? Так, ребята, я на всякий случай, давайте я... Хотя, ладно. Буду надеяться, что игра не вылетит, потому что тут фон будет вроде не было. Я просто боюсь за Bandicam, у него есть такая плохая привычка. Если вдруг вылетает игра, Bandicam может порвать записи. Получается так, что запись есть, перемотать нельзя, перекодировать нельзя, остановить нельзя. Возможно и можно, но я пока способа не нашел. Так. Ой, фу, комары. А, не, вы же не комары, это что-то. Ну, это может быть что-то вот, и еще больше не будет, чем комары. Комары куснули, ты чешешься, и вроде как... я могу назвать, что чесать приятно. А вот это укусил, приятного мало. Так, так вот. Ну там, нет, давайте там кто-то живет, кстати, а почему сейчас еду? О! Что это? А почему сейчас нету вот шлепающих шагов? Да. Давайте тут красный огонек, он, наверное, тут неспроста, я к нему подходить не буду. И просто инстинкт стал хранить подсказать, что вот этого не надо, а тут я увидел. Так. Подняли гости, а теперь... А вот и красный огонек. Хорошо. Ох, ребятки, ладно, красный огонек меня сильно испугал. Что, во-первых, я видел, как он там передвигает, а во-вторых, я увидел, когда я уже взял кости, я увидел, как он
какое-то алое зарево. Так, давайте держаться правее. Давайте держаться правее, потому что ты понимаешь, что где-то уже там заберут блять тут. А, вон, красный огонек. Бляха-муха. Так, нет, мы, наверное, тут не взяли, потому что он делает откаты, так понимаю, сохранение. Последнее. Сохранение последнего, получается, локации. Так, ладно, тут мне не страшно, на самом деле, просто я тут думаю, как бы лучше поиграть, шпион, еще что-то подобное. Хорошо. Тут, ребят, давайте, знаете, что вот на карте огонек, я хотел сказать, что... А, вон, кость, вон, там все, блядь. А он туда-сюда летает, а что он делает? Еще круто, сюда быстро перемещает. Стопэ, 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 стопэ! Кто ты, куда ты? Так, давайте быстрее, мы в прошлый раз как-то от него, пробрались, взяли кость. Потом убрали почему-то ее очень долго. Сейчас сюда переместит кого-то, да? И он рандомно перемещается, у него в траектории не стоит. Я очень уверен, давайте я беру кости и бегу налево. Все, и бегу туда, куда он улетел. Ох ты, бляха, муха. Ой-ой-ой, ты меня не видишь, ты меня не знаешь, я тебя тоже. Все хорошо. Мы с тобой друзья. Так, все, бежим, 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 нафиг отсюда сваливаем. Бляха, муха. Понятно. Ладно. Я не знаю, стоит ли это записывать, я не поставить на базу. Ну давайте, я в любом случае запишу, если это действительно будет прогружаться долго, я потом их запишу. Так, комнату там у нас пройти. Вот красный огонек. Видим. Только я не вижу кости. А, я вижу теперь кости. Сейчас нас убьют, да? Подальше до него. Заметят. Отлично, он не заметил. Кто, блин? Он заметил. Я думал, ты бы думал. Блин, хорошо. Может, я тогда убрать? Нет, тут убежать можно, потому что если бы мы взяли кость, и он бы сразу прилетал, это было по доделу. А мы взяли кость, пытались туда уйти, соответственно, он как-то пошел улетает, если мы, видимо, в зоне находимся, он начинает нас атаковать. Вот он красный огонек. Кость, по-моему, где-то лучше. Деревья, мы нас туда еще погодили, и постоим подождем. Так, вот он. Вот, да, вот это туда локомотка, еще сюда, сюда. Да ешки ты. Ладно. Давайте так, последняя попытка. Если не получится, я подсажу на палку. Давайте пробуем теперь слева пойти. Ну вы сами поняли, что в кожу ничего. Ой, страшно ничего нету, просто ну, получается. Ну просто тут дело удачи, дело еще. Еще чего-то не знаю. А сейчас-то что убил меня далеко. Так, давайте я ставлю на паузу, потому что ну как-то смысл не делать эфир. Потом включу, потом заберу. Так, итак, ребят, продолжаем. Я взял кость, и у меня, знаете, я не совсем уверен, но у меня вот тут такие подозрения появились, что он нас спалит только в том случае, если мы вот в воде находимся. Потому что пока я был по земле, он прям чуть ли не сквозь меня пролетал. Ему было абсолютно параллельно. Поэтому давайте, вот я взял кость и давайте пойти туда. Скажу честно, это, наверное, раза с 10-15 получилось, но тем не менее, мы это сделали, мы это взяли. Чем дальше? Самое поганое, что я... немножко вот от сферы игру уже отключился, вышел из сферы, поэтому будем видеть, что игра довольно быстро ведет атмосферу, потому что, ну, наверное, понимаете. Без атмосферы, без напряжения, как-то уже немножко и страшно. Ну, входим. Так, ну, тем не менее. Кстати, да, вот автором игры это вот такое замечание.
не согласен, должны быть препятствия, но они не должны проходиться по 10, по 15, по 20 раз. Либо, если так, то чтобы остановка игры очень быстро восстанавливалась. Ну вот я прошел, мне уже не страшно. Но, тем не менее, давайте попробуем. Может просто мне так повезло, блин, что я только там, не знаю, 10-15 раза прошел. Может и нормальные люди с первого проходят. Так вот. Вот сейчас, честно говоря, нужно было что-то страшное, мне кажется, делать, чтобы мы могли как-то это. Я открывать девочки не буду, чтобы я немножко испугался и вернулся потом сверху. Вот, кстати, она потихоньку возвращается. Говорят, что быстро, но оно есть. Так, у нас еще 5 минут, я сохраню видео. Продолжим в следующей серии. Тем не менее, мы идем. Заметьте, дорога открыта. Все, значит, да. Надо было взять, что мы взяли? Так, а что мы вообще взяли? Давайте сообразим. Мы взяли левую руку, правую руку, тазовую кость. Мы взяли грудину. Так, у нас, по-моему, нету, получается, ног и нету черепа. То есть, если мне память не изменяет, то нам, получается, нужно еще, наверное, три вещи. Три части. Тело. Что это? Мишка? Ну, еще что-то сейчас произойдет. Знаете, вот этот мишка меня сейчас, блин, очень резко вернул в силу игры. Я боюсь. Привет. Так, нормально, нет? Привет. Знаете, я от него жду подвоха до сих пор. Медведь, ты почему повернулся? Знаете, видимо, не зря ждал тебя погреб, потому что медведь типа повернулся. Ой, неспроста это. А как он мне быстро-то вернул-то в атмосферу игры? Мать его за ногу, да ёшкин ты кот, блин. Мать твоя белая полярная медведица. Это же тот медведь, да? Медведь! Что, медведь? Давай ты... Что, где, куда? Почему? Ребят, знаете, когда я знаю, что произойдет, это не так страшно. А когда я не знаю, что произойдет, даже вот это... Затемнение страшное. Где медведь? Медведь, сволочь! Твою дивизию налево. Медведь? Нет. Ладно. Нас просто преследуют. Надеюсь, он не позвал свою маму. Медведя твою гризли. Ребят, затишье, ой, неспроста это. Такое затишье перед бурей. Что-то сейчас будет отвечать. Что-то сейчас будет. Фух. Вперед. Знаете, у нас было красное яблочко. Мы взяли, тоже буквально красное, без всяких пояснений было отлично. Что ж, мы вышли сюда за приключениями на свою задницу, вышли за адреналином. Вперед. Ну да, ладно, тут. Ладно, это было ожидаемо, поэтому как-то, ну, не так сильно страшно. Согласитесь, неприятно. Ладно. Так, давайте, знаете что, прошло полчаса, давайте, я думаю, наверное, серию закончим, дополним вот этого, я даже знаю, что это, куб, не куб, в общем, мы давайте мы у него закончим, мы сегодня молодцы, мы много прошли, нет, показалось, в принципе, мне этот хоррор очень нравится, но графика красивая, страшно, блин. Мишка есть красивый, мягкий, плюшевый, как он, няшный.
Так вот, давайте. Всем спасибо, что сегодня были со мной. Я думаю, сейчас я следующую серию тут же продолжу. Но вы ее посмотрите уже в следующем. Ну или там, не знаю, может перемотаете. Ладно, всем спасибо, что были. Давайте. Пока, удачи.